Хави Санчес, Феррейра, Хулио, Санти, Андрео, Пата и Рикер. Сейчас звучат гимны национальные. Сейчас гимн нашей страны звучит. Мы видим наших футболистов. Илья Самохин, Дмитрий Горин, Денис Агафонов из екатеринбургского виза, Дмитрий Чугунов, Андрей Ткачук, Аркадий Белый, Марат Абянов, который был в запасе в этом матче, Тимур Аликберов, Константин Еременко, Олег Денисов и Александр Верижников. Это группа поддержки наша, так, которая очень поднимала дух наших ребят. Об этом они сказали после матча. Благодарили болельщиков за ту поддержку, потому что нас было всего там 50 человек против 7500 испанцев. Но наши голоса, вы услышите в этой трансляции, в те редкие минуты пауз, которые брали испанские болельщики, наши болельщики поддерживали команду очень хорошо. Да, действительно. И вот трудно, наверное, описать то волнение, с которым футболисты сборной России